Здравствуйте. Вас устраивает работа Почты России? А мы не обращаемся. Вы зайдите, там сколько народу? По 45-50 минут стоишь в очереди. Очень долго все, и бывает очередь теряется. Вот так вот. Электронная очередь? Да. В прошлый раз 45 минут провел в очереди. Ну, очереди бывают, но не всегда. Вот. Бывает час мимо. Час мимо очередь. А очереди везде есть, так что в любом учреждении, ну ничего, посидят. Я отлично не хожу, ничего не получаю. Терпимо. Терпимо в сравнении с чем? С прошлыми годами. А что было? Ну как вам сказать, все время очередь страшная, сейчас все-таки с этим, с терминалом попроще. Здесь ввели электронную очередь, ну как бы обслуживать стали дольше. А вот у нас на орбите, я живу на орбите, отделение 5, там в очереди надо стоять как минимум часа 2. Вот после работы вот мы приезжаем где-то часов 6. И еще у них такое новшество, как-то каждый день, каждую неделю они работают по-разному. Уж не знаю, они сами устанавливают график работы, очереди там постоянно. Все ругаются, пишут жалобы, но ничего, никаких изменений не происходит. Нет, побольше бы на выдачу особенно. Нет, ну претензий особых нет. Иногда раздражаешься там по каким-то пустям. А, раздражая, приходишь, как раз это 15 минут технический перерыв, думаешь, ну вот опять попал. Ну это такое. А что не так? Время, ожидание. Бывает, что заказное письмо нужно отправить, по часу сидишь, одно заказное письмо, чтобы отправить. Ну только вот это. Вас устраивает работа Почты России? Когда не работают терминалы. Но вот когда не работает терминал, когда живая очередь, замечательно, удобно, все очень быстро, хорошо, но почему-то с терминалом обычно сложности. Наоборот, обратное мнение слышали, что с терминалом стало только лучше. Не знаю. Я вот именно столкнулась с этим. Одно время просто работала именно связано с отправкой почты. По 2 часа иногда сидели.